On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, né pour des cons. alors on est des foules sentimentales. Glagol infliger означает наносить, налагать, подвергать, причинять infliger quelque chose à quelqu'un. Так, например, infliger une amende, налагать штраф. Infliger une défaite à quelqu'un. – это кому-то нанести поражение. Infliger sa présence à quelqu'un – это кому-то навязать свое присутствие. Здесь on nous inflige des désirs qui nous affligent. Нам навязывают желания, которые нас расстраивают. Affliger quelqu'un – кого-то расстраивать, печалить, удручать, сокрушать, огорчать. On nous prend, faut pas déconner, déconner pour des cons. Alors, connaît, Des fulles sentimental. Длинное предложение, смысл которого сводится к тому, что нас держат за дураков, в то время как мы лишь сентиментальная толпа. Prendre quelqu'un pour quelqu'un это кого-то принимать за кого-то, кого-то держать за кого-то. Он nous prend pour des cons. Это начало и конец фразы. Давайте посмотрим, что в середине. Он nous prend des cons pour des cons. А Нас принимают с самого рождения, как только мы рождаемся, за дураков. Де кё – это как только, с того момента как. И еще в этом предложении есть такая вводная конструкция фо pas déconner. Чтобы понять ее смысл, давайте поподробнее остановимся на глаголе де Он имеет два значения. Во-первых, это плохо работать, барахлить, плохо функционировать. Например, о технике. Ля теле де кон, ля консоль и второе значение – это говорить глупости, придуриваться, дурака валять, шутить, глупить, дурачиться, нести бред, нести ерунду, чушь пороть и так далее. Например, «arrête de значит «хватит придуриваться». Или «attention, il faut pas déconne avec lui». «Осторожно, с ним шутки плохи», «с ним шутки не шути». Или «il faut pas déconner avec ça». «С этим не шутят». Это серьезно. Есть еще выражение сандеконе, сандек, реально, без обмана, без шуток, серьезно. Здесь эльфопадеконе мы переведем как не стоит придуриваться, не зачем дурака валять, что уж глупить, не надо глупить, не надо дурачиться ну, на полном серьезе, ну, что дурачиться, ну, что глупить, ясно, что нас держат за дураков с самого рождения. Выражение эльфопадеконе разговорное настолько разговорный, что в нем опускают не только частицу «ne», но и местоимение «иль». То есть вместо «иль не фо pas коне» говорят «фо pas коне», что мы и видим в песне «Full сантименталь». Но здесь Ален uh, Сушон использовал «фо pas коне» в большей степени для формы, чем для содержания. Специально, чтобы добиться эффекта повторяемости похожих звуков. Он nous prend, деконе, pas не, пурдекон, алор, коне. Alors, connaît de ful sentimental. получается, коне, 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 коне. Прямо вот чувствуется, как Саша пошла по шоссе и пососала сушку. Это сделано специально. Это литературный прием, который называется параномазия. Параномаз по-французски. Мы уже обсудили, что «de que» означает «как только», с того момента «как». Теперь «alors – «в то время как», «тогда как», «хотя». Используется, как правило, при противопоставлении. On nous prend pour des cons, alors est de Нас держат за дураков, в то время как мы лишь сентиментальные толпы. Une foule – толпа, sentimental – сентиментальная. Название песни «Foule sentimentale» используется в единственном числе, но в этом предложении, именно в этом предложении, во множественном. Здесь присутствует артикль D. Он там действительно есть, даже если его едва слышно de full sentimental, сентиментальные толпы. Можно проверить это в официальных паролях, либо послушайте различные исполнения живьем или акустические версии этой песни. Там действительно звучит D. Нам навязывают желания, которые нас расстраивают. Что глупить, ясно, с самого рождения нас держат за дураков, в то время как мы лишь сентиментальные толпы, жаждущие идеала и так далее по тексту. cool.